что еще снять? Каким был нож? Раскладной. На лезвие какой длины было? Больно, сантиметров 10 точно. Угу. Как давно вы его приобрели? Месяца два, 2,5 назад. А после совершения вами преступления, куда делась куртка и нож? Что было с ними? Нож я помыл, оставил дома, положил куда-то. Куртка все впитала в головах. Нельзя было оставлять такие вещи дома. Я выкинул мусор в провод или на помойку, не помню куда. Почему сразу не обратились в полицию и не рассказали об обстоятельствах совершенного вами преступления? Я был в подавленном состоянии. То есть не знал, что делать. Находился в ступоре, в шоке. Почему ранее в ходе допроса вас в качестве свидетеля 5 апреля 2019 года не сознались в содеянном? Я забыл об этом. Сначала помнил, потом забыл. Я не знаю, но это было давно. Какие-то детские заболевания, что ли. Присаживайся.